завалить меня, суки. О, бля, там ты же этот... никогда не задумывался, почему Линдон все еще с нами? Мне казалось, что он уже давно должен был сбежать. Не думай, что знаешь, что они... Они не теряют. Ой, а он еще блокируется, бля. А там как, блядь, ходячая. Не получится. Титар поднял меня на новые высоты. Рано использовать эту способность. Направляют боги! Так, сердце греха. Найти сердце греха в сердце обреченных. Логично, блядь. Наслаждаешься их обществом? Обществом, блядь. Я шатаю здесь всех. Так, есть уровень. Ниже туда нам надо... Сердце обреченных чисто ништяк. Тут будет замес по-любому. Ты испытал столько боли и страданий. Наверное, ты до смерти хочешь меня увидеть. Да, враги пока зыр не будут здесь.
Слышишь, как они кричат, когда цепи разрывают вход? Музыка для моих ушей. Где этот суккуб, блядь? Какой нетерпеливый. Пожалуй, пришла пора мне представиться. Я Фидея, дева похоти. Ну нахуй сейчас эти охуеть. Я ей даже урона не наношу. Вдохновляет. Поиграй пока с моими дочерьми. Не хочу утомить тебя раньше времени. Что-то здесь вылезет, блять, вот из этого шара полет. Сладко будет слышать. Я чувствую кровь, пролитую сердцем греха. О, ты заплатишь за это. Так, что-то мы взяли там бодряковое. Да закончится эта проклятая башня когда-нибудь. Легендарный наруч. Так, 115. Этот бодрее. Чё-то я не понял нихуя. Так, зачем нам, блядь, туда? Так, а, башня проклятых теперь нам уже. Давай. Близко. Как близко. Им нужно было бежать, пока был шанс.
Пью. Зажиматор, блядь. Вот и все. Ого, блядь. Неплохо. Просишь невозможного. Я оказался сильнее. Не получится. Мой кулак направляют боги! Ты просишь невозможного. Я пока не готов. Я больше не могу нести такую тяжесть. Ладно. И что же, блядь, такого тяжелого? Пора возвращаться. Так, портанемся, продадимся. Сегодня демонов слишком много. Ты сможешь что-нибудь сделать с ними?
Благодаря этому монаху ты наконец-то можешь... Сюда... Я тоже был искателем приключений. Мне не понравилось. Забот много, денег. Только одно сердце. Я уже предвкушаю момент, когда мы уничтожим его и эту демоницу. Затесим умениться. Опять, смотри, что она делает, блять, она нас объебывает. Надеюсь, тебе не слишком тяжело. Попридержи язык, демон. Thank you.
это жара. Нас ждет могучий противник. Ебать, куда опять-то? А, вниз. Опять, сука, куда-то ведет, блядь, как меня заебало-то она, а? Почти ощущаю у себя на коже твое дыхание. Ожидание. Чувства. Сучка мозгоёбством занимается так. Нам сюда? Я думаю, сюда. Постоянно, походу, все ниже и ниже спускаемся. Как бы нам вот с такой рамой не пришлось глубиться. Вот она.
да. Я так этого ждала. Что не дождусь, как... Вот и все, блядь. Несмотря на то, что Асмодан благоволит ко всем своим приближенным, к Цидеи он питает особое расположение. Дева похоти — одновременно прекрасное и уродливое создание. Она обладает туловищем женщины и паучьими ногами. Говорят, ее голос сладок, как мед, но из ее уст льются только слова смерти. Асмодану от нас не спрятаться. Еще бы. Ну, друзья, здесь сделаем перерывчик. Всем спасибо, увидимся. Пока-пока.